почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Лицарева, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Анна Ахматова как-то с горечью написала: «Иди один и исцеляй слепых». Чтобы узнать в тяжелый час сомнения учеников злорадное глумление и равнодушие толпы. Каждый, кто занимается педагогической деятельностью, на собственном опыте знает, как это – исцелять слепых. А еще все мы помним слова Макаренко: «Я с отвращением и злостью думал о педагогической науке». Сколько тысяч лет она существует? Какие имена, какие блестящие мысли? Пестолоцци, Руссо, Наторп, Блонский. Сколько книг, сколько бумаги, сколько славы. А в то же время пустое место. Ничего нет. С одним хулиганом нельзя управиться. Нет ни метода, ни инструмента, ни логики. Просто ничего. Нет, какое-то шарлатанство. К счастью или к сожалению, мы все разные. И поэтому нет одних и тех же педагогических штампов или методических лекал. Каждый ученик неповторим. Поэтому учителям быть так сложно и так ответственно. Ольга Камаева, в прошлом школьный учитель, написала очень честную, не очень удобную, дискуссионную книгу «Елка. Из школы с любовью» или «Дневник учительницы». Это хронологическое повествование о работе 22-летней Елены Константиновны по кличке Ёлка. Первый год в школе учителем истории. Рассказ от первого лица в форме дневниковых записей. Поэтому здесь много личных наблюдений, интимных переживаний, пронзительных признаний. Молодая учительница, идеалистка, интеллигентка, возвышенная тургеневская девушка сталкивается с суровой реальностью. Вот вам и ответ на вопрос, почему в школу приходят многие, да мало кто остается. Потому что хотят сеять разумное, доброе, вечное, а их ставят в роль обслуги. Научи, подотри, помолчи, горько замечает Ёлка. Постепенно, день за днем, она понимает, что педагогики учат те, кто сам в школе никогда не работал. Вы можете представить, чтобы будущих хирургов учил человек, который операционную только в кино видел? Ей сложно мириться с несправедливостью, незаслуженной оценки, упреки завуча, непонимание родителей. Параллельно развивается и лирическая, любовная линия. Трудный 9 класс, трудный учебный год, трудное прозрение. Финал романа застает врасплох. Не веришь своим глазам. Хотя ведь в самом начале, понятно было, срубили нашу елочку под самый корешок. И все же в книге много светлого и полезного. И убежденности, которую когда-то давно высказала Ольга Бергольц. А может быть, мечты заветнее нет? Вдруг чье-то сердце просто и открыто такую искру высечет в ответ, что будут все потери позабыты. Дорогие слушатели, читаем «Елку» Ольги Камаевой. До новых встреч. Дай почитать.